Здесь, на улице Роз, в этом доме 54-го года постройки, и жил бывший мэр Сочи Петр Бажанов. Время, когда Петр Игнатьевич руководил городом, называют настоящим культурным ренессансом. Под особой опекой горисполкома в те годы находились Зимний театр и Летний имени Фрунзе. Тогда же вошли в строй концертный зал фестивалей и зал органной музыки. Сюда на гастроли стали приезжать лучшие драматические коллективы, театры, оркестры. При этом сочинцы не ограничивались ролью зрителей. В 1968 году была учреждена Сочинская государственная филармония, нынешнее руководство которой, к слову, и стало инициатором проведения Дней памяти Петра Бажанова в Сочи и учреждения премии имени Бажанова за поддержку культурных инициатив. Почетным гостем мероприятий стал его сын Евгений Бажанов, ныне ректор Дипломатической академии Министерства иностранных дел России, уехал из Сочи в 1964 году и вернулся в родной город только в 90-е. Пошел в музей истории, там ни одного слова о нем нет. Вообще нигде ничего. Я очень расстроился и решил в Сочи вообще не приезжать. Когда ему 100 лет исполнилось, это в 2012 году, я решил, что надо все-таки что-то сделать. Вначале думал, это мы просто, мои друзья, соберемся, а потом нас поддержал мэр Анатолий Николаевич Пахомов. Благодаря ему вот мы движемся вперед в увековечении памяти, поэтому мне это в высшей степени приятно, конечно. Бажанов огромное внимание уделял развитию культуры. В результате оставил весомое наследие. Дело предшественников продолжают современные сочинцы. Причастных сегодня и наградили ежегодной премией имени Петра Бажанова за поддержку культурных инициатив. Среди лауреатов 2017 года заслуженный работник культуры Кубани, заместитель начальника управления культуры администрации города Сочи Ирина Шуйская. Если бы он сегодня был жив и присутствовал в наши дни, то он был бы, наверное, счастлив тем преобразованием, которое происходит сегодня в нашем городе. Современные сочинцы подхватили эстафету и несут достойно. Культура – это не все, что развивал Бажанов. В годы его руководства в Сочи был принят генплан курорта. Благодаря ему Сочи в прямом смысле стал большим. К курорту присоединились Адлерский и Лазаревский районы. Для нас, для администрации города Сочи, которая сегодня работает с сегодняшними вызовами, в сегодняшней ситуации, конечно, мы понимаем, что то, что сделано до нас, надо сохранить, надо приумножить. И то, благодаря чему сегодня такой замечательный наш город Сочи, город процветающий, город, привлекающий внимание всего мирового сообщества, это, конечно, заслуга и достижение Петра Игнатьевича Бажанова и многих-многих людей, которые преданно служили нашему городу. Евгений Бажанов в Сочи бывает раз в год, вернется снова в день рождения отца. Отдать дань преемственности между поколениями и в очередной раз вручить премию имени Петра Бажанова сочинцам, которые заслуживают всеобщего внимания и уважения. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.